4 тысяч человек стали участниками парада спортшкол. Такого, что зрителям казалось, Олимпийские игры вновь вернулись в Сочи. Яркие, успешные наши, под таким девизом спортсмены, тренеры, волонтеры подводили итог своей работы. За плечами зимние игры, Гран-при России, Формула-1, международный турнир по профессиональному боевому самбо, международные состязания разного уровня. И во всех этих масштабных спортивных мероприятиях участвовали сочинцы. Нам, олимпийцам, сочинцам, есть чем гордиться. За этот Олимпийский год наши награды пополнились на 4 тысячи. Мы гордимся тем, что во время Олимпийских игр здесь чемпионами-олимпийцами стали и сочинцы. Сочи признан в России и в мире как один из ведущих центров развития спорта и продвижения ценностей олимпийского и паралимпийского движения. В городе 29 спортшкол, 6 из них появились только в этом году. Среди них Краевая теннисная академия, Центр фигурного катания имени Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Общее число спортивных сооружений в Сочи достигло 754. Более 350 тысяч горожан приняли участие в городских состязаниях. Сочинские спортсмены добиваются значительных результатов на соревнованиях мирового уровня. 10 молодых атлетов стали обладателями кубка и благодарности от имени главы города, как показавшие высокие достижения на спортивной арене. Даете дополнительный стимул, чувствуешь, что ты, то есть, кому-то не нужен. Не просто так поднимаешь, чтобы тебя там родители, тренер похвалил, а тут тебе глава города Сочи дает, то есть, награды, тебе лично жмет руку, поздравляет тебя. Эмоции просто зашкаливают. Выступая перед участниками парада, сочинский градоначальник отметил, власти дальше ставят перед собой задачу, чтобы каждый молодой сочинец нашел себя в спорте или творчестве, пропагандировал здоровый образ жизни. И то наследие, которое сегодня осталось после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, стало действительно замечательной материально-технической базой. Все занято. Смотрите, в каком сегодня состоянии находится парк. Сколько здесь людей. Вся Россия здесь. Спорт в Сочи станет одним из приоритетных направлений в развитии курорта до 2020 года. Планируется, что ежегодно число тех, кто занимается в секциях спортшкол, будет увеличиваться до 1000 человек. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.